Всем привет, дамы и господа, с вами Неломок. Мы сегодня с вами играем в Радужных Друзей, Rainbow Friends, второй чаптер. Первый я как бы там вроде не прошел до конца, но ничего страшного, посмотрим также второй. Просили у меня ребята, мои подписчички, чтобы я в это поиграл, в эту игру. Я решил, почему бы нет, давайте посмотрим, что с этого получится. Ожидание других игроков. 11 из 14. Я так понимаю, тут есть пока что возможность посмотреть магазин. Так, загадка, что за загадка? Какие-то сундуки можно брать себе, избранные. О, все за бабосики, все за бабосики. Так, инвентарь. Так, что происходит? Куда я бегу? Куда-то я бегу. О, это вся наша банда. Это все наши игроки. Нам нужно бежать? Куда нужно бежать? Какой-то сумасшедший ученый пытается взломать забор. Что он делает? Взрывные меры безопасности. Чего? Какие еще взрывные? Или я прочитал опять не так? Вон я там стою синенький. Да, опа, сумасшедший ученый с ножницами. What the in the world are you doing? Че вы тут, ё-моё, делаете? Чай пьем и лайк ставим, вот что мы делаем. Monsters? Ты говорите монстры? Я уверен, что это просто ваше воображение. Так. Why do you all help me find? Там, вот почему вам всем не помочь мне найти совет. В каждом техническом парке есть такой. Не понял. Какой еще там парк? Что за совет? Буква С. О, я могу на С нажимать. Так, какой еще? Что? Что от меня требуется? Не входить. О, привет. Тики. Ты кто такой? Кнопка. Нажимай. Нажимай. О, он выпустил этих монстров на нас, да? Здорово. Малые, здорово. Так, присесть, встать, присесть. Будет весело. А что-то... Пишет скип кто-то в чате. Пойду заберу остальных. А не хочу скипать, я хочу посмотреть. А, это уже игра, во. Нет, скип, нет. Так, буква С присаживаться, чтобы нас не замечали. Буква Б вытянуть, развернуть коробочку. Так, окей. Чё ты сидишь, вставай. Опа, есть будка. Как он за нее залез, эту будку? Пошли, пошли, пошли. Оп, открыл сам руки. Ручка. Ручками сам своими. Грибы тут всякие разные. Так, а что мы должны найти, ребята? Кто в курсах вообще? Что? Прыгать можно в этой игре? Нельзя, пробел ничего не дает. Какие-то нужно найти шарики, написано. Light bulbs found. О, пушку, бери пушку, ствол бери. Игровая комната. О, парк аттракционов, ничего себе. Что рычит? Б! Меня заметили, я в коробке. О! Ты умер. Я не успел, даже успел, я даже не успел спрятаться, он меня сразу же заметил, так нечестно. Вы дожили до первого часа, сыграй снова. Капец, у меня нет никаких кристаллов, надо еще раз шпильнуть, я так понимаю. Так, и для того, чтобы начать игру, нам нужно зайти в кольцо, чтобы второй чаптер заново запустить. Или, а, подожди, 15. О, я теперь могу зайти. Набирается типа пачка людей. А почему я тогда... Он, коробка, настройки. Меня очень быстро уничтожили, понятно, версия. А что тут по настройкам вообще, по нулям все? Вообще никаких настроек нема. Что нажимать? Ничего не нажимается. Так, я в кругу, 5-6, инвентарь, одна оборудованная коробичка на мне, на голову одетая. Так, люди тут ходят, ходят, бродят, инвентарь, это я уже смотрел. Что тут? Я тут ничего не могу нажать, ничего не... О, у меня опять. У тебя автобуст в другую дружку, дружку. Так, хорошо, чаптер, идет загрузка. Можно ли сделать так, что запуск сервера, чтобы быстрее... Это сейчас будет снова мультик-пультик вначале или как? Каждый раз он ожидание других игроков. А, наверное. Ну, зато у меня есть возможность попить чаечек, пока мы ожидаем игроков других. Лимон мне в рот полез. Захотел быть съеденным. Кто там акает? Список игроков, кто со мной будет шпилить. Так, Ваня, Квинкар какой-то, Каришак, Кхова. О, как это скипнуть? С, пропустить голосование. Проголосовали 7. Проголосовали за пропуск фильма. Окей, отлично. Идем. Пропуск, наверное, уже все видели, кроме меня. Это вышел этот вот режим... Давно уже все пошпилили, кто хотел. Так, буква Б, коробка.
Ходим. Ходим. Боже, испугался. Такой звук был. Опа, дай норку. Уходи, уходи. О, боже мой, что-то я стреманулся этого. Стреманулся, я скажу прямо. Так, 3 нашлись из 25. Я жестко испугался. А вон там еще и синенький, там 5. Оп, привет, Юля. Зелененький машет пальцами своими. А я могу зайти на парк аттракциона наверх, зайти прям на карусель? Был найден эти лампочки, везите их обратно в лазарет Плаза. Блин, если бы я еще знал, что за лазарет. Я хочу попробовать проникнуть наверх. Оп, все, я поехал. Я покатаюсь на карусели. Ой, там кто-то взлетел прям наверх. Вау, мистер Лид. И что? Я на карусельке катаюсь. Сейчас меня там внизу словят. Ни одну лампочку не нашел. Я вообще самый бесполезный, наверное, тиммейт в этой всей движухе. А может с нее, с этой карусельки можно где-то спрыгнуть в какие-то места классные? Ну нет, вообще я с нее вылетел. Оно закрытое. А, я не смогу с нее вылететь. Такой смешной, стою, моргаю глазенками. Раньше, по-моему, аватар мой не моргал. Только сейчас начал моргать. Это изменение вышло. Еще был человек один на один. Как выйти отсюда? О, выпустили. Окей. Это что такое? О, я чувствую. Б. Кажется, меня заметили. Куда? Куда лезешь? Пошел вон отсюда, я в коробочке сижу. Я в коробочке сижу. Я. Он там еще кого-то заметил. Я отсюда не выйду. Все, ни за какие деньги. Ни за какие донаты я отсюда не вылезу. Все, хоть миллион мне донать, не вылезу. Ходим. В коробках сидят. Не побежал. Бежит за мной. Все, жопа мне. Где-то дайте какую-то норку, дайте какую-то норку, какую-то. Какую-то нычку дайте какую-то. Это мое спасение. Я в домике. Вон он идет. Что, заметил, что ли? Ты же до меня не достанешь, правда? Надеюсь, что нет. Коробку давай. В коробке он же меня типа не видит. А я могу с этой дырки коробки, с этой дырки в коробке выползти? По-моему, нет. Вот блин. Так, 23 из 25 нашли лампочек. Я не знаю, что это за лампочки. Кстати, вы заметили, какого флага лампочки украинского? Желто-блакый. Прикольно. Опа, Юля, здорово. Куда идем? О, куда? Я иду с той стороны, попробую идти. Кажется, меня заметили. Спасай Юлю тупо. Юлю спасаем. Опа, лазарет. Что в лазарете? Не знаю. Валим отсюда. Опа, это что такое? Туннель! Я нашел какой-то люк, пацаны. Опа, а это что такое? Вау, я могу заныкаться. В норке посидеть. О, я вижу подсветку лампочек. Подождите-ка, я могу лампочки забрать? Мне их подсвечивают. Главное сейчас не попасться кому-то на глаза. Синяя лампочка. О, Юля, наш, ты забрала ее? Ты ее забрала? Я не знаю, что... О, тут трон есть. Офигенно. Я на троне. Все, я на троне. Зацените, я на троне. А чё, у кого были какие-то проблемы? Я на троне тупо себе восседаю. Восседаю на троне, вот так. Вот так. Посидел чуть-чуть. Можно дальше продолжать игру. Так. Чё за дверь? О! Брум! Чё произошло? Лазарет. Лазер, так, 50 монет дали мне. О, порядочно, ученый. Эй, Диди, там что-то, там что-то, там что-то, чем-то. Это лампочки мы повставляли все. На самом деле был свет, я имею в виду, что. Ой-ой-ой, там кто-то подпрыгивает. Я тоже могу. Оп-оп-оп. Это я. Что, у синие? О нет. Оп, коробку. Заныкалась. Камихею. Что-то was mistake. Приди сюда, была ошибка. Нам нужно найти выход отсюда быстро. Оп-оп. Может быть, это поможет нам выбраться отсюда. Брильная машина. Так. Колставание, никого не пропускаем, потому что я... Покажите мне это существо. О! Дино какой-то.
проголосовать за пропуск фильма. Вот, блин, я хотел фильм нормально посмотреть. Так. Вы куда пошли? Ой, я в люк сразу же. Телепорт. Ну, какая-то лягушка пошла. Не знаю, как лягушки... Коробка. Шухер. Идет синий человечек. Синий человечек. Ты меня не трожь. Был найден. Найдено газовых баллонов. 3 из 15. I understand. You understand. Ой, в коробке. Я тоже в коробку занычкарюсь. Я в коробочку. Что-то шумит. Я коробка. Я человечек-коробка. Я не персонаж. Я человечек-коробка. Лампочку нашел. Мне нужны какие-то газовые баллоны. Я человечек-коробка. Я не... Сядьте. О, идет со своей слюной. Садимся. Б. Снять коробку. Я сижу на троне. Нет, обратно одевай. Я... Как вылететь отсюда? Как отсюда теперь вырваться? Отпустите меня! Так, понял, пробелом. Ой, что-то жужжит. Я ищу тут баллоны. Сядьте. Видимо, кто-то может этот аттракцион запустить, я так подозреваю, да? Ой, что-то пищит. Оп, найдено 10 из 5. Ой, зеленый идет. О, своими пальчиками водит. Я в коробочке. Они... О, опять своими клешнями тут водит везде. Я в коробке. Я в коробке. Так, ладно, я не в коробке. Я... О, клешня пошла. Ходим. Я нашел газовый баллон, ребят. И что мне с ним делать теперь? Куда нести, пацаны? Сюда? Куда баллон ставить? Куда его запихнуть? В машинку. Нет, не сюда. Сюда, в машинку. Опа, сядьте. Поехали. Я с баллоном. Я поехал. Тут и такое есть. Какие-то гоночки. А я с баллоном. Вот, мне все равно. Если бы я еще немножко больше разбирался в этой игре, я бы знал бы, куда этот баллон нужно нести. Вот в чем прикол. А я ж не бум-бум. Не знаю, что делать с этим баллоном теперь. Так, а как эти шкафчики прятаться? Вот так. Просто в него входишь и все. О, дайте шлем. Дайте мне один шлем. Так, могу ли я с баллоном в коробку заныкаться? Могу. Здорово. Что за столики, компьютеры? Компьютеры. Прыгать не могу. Так, аккуратненько. Что за комната? Был найден. Пофиг. Ух ты, я наверх могу зайти. Так, шока там у нас. Один баллон, он у меня, я не знаю, куда его нести. Подскажите кто-то, куда мне его отнести? Надо найти место. Так, если что. Опа, подожди, что это за комната? Я что, могу под стол заныкаться, да? Что за звук? Что за звук, а драки нет. Куда баллон отнести? Куда его заныкать? В лабораторию. Да если бы еще какая-то была... Мини хотя бы под... О, там был он. Был. Оп, я в коробке. Черт, он меня видел, да? Нет, не видел. Нормально все. Баллон у меня, но только я не... Подождите-ка, это похоже на какую-то лабораторию. Может, мне сюда нужно этот вот... баллон присандалить. Там еще желтая какая-то фигня вон ходит сверху. Вон, с вентилятором на спине. С ума сойти. Так, выходим с коробки. Идем сюда внутрь. Куда... Что произошло? А, я его принес сюда, да? Будем надеяться, что это сработает. Так, бурильная. Бу-бу. Что за... Бу-бу. 75 монет дали. Я сказочно богат. Ого, куда тебя выбросило? Как я тут оказался? Непонятно. Голосование. 1 из 3. Так, подождите-ка. Everybody, давайте попробуем еще раз. Что и мы попробуем? Собирайте эти луки, которых ты только что выпустил. Я позволю Стрику жить. Этот раз таймер. Ой, блин, еще и на время. Оно сейчас все рванет, если мы не успеем собрать быстренько эти шляпки. Раз, человечек, два, три.
Осталось всего 3 человека, остальных всех поймали. Нам нужно собрать 10 шариков вот этих вот. Вот. А, они сюда надо их принести, правильно? Надо двигаться, можно... О! Блин, Бэт! Ого! Ничего себе, птеродактер! Птеродактиль! Ушел своим вентилятором. Времени у нас вообще мало. Сюда нужно собирать глазки. Госпиталь, лазарет. Нужно сюда его приносить. Вон, чуваки шарят. Я вами горжусь, пацаны. Давайте. 10 штук надо найти. О, блин. Меня заметили. Куда ныкаться? Ой, я нашел глазик. Уходим. Монетки. Оп. Нет, это не монетки. Я думал, это норка какая-то. Уходим наверх быстро. Он не зайдет за мной наверх, по идее. И Б букву. Жик. Я на нычке. Глазик. А, глазик выпал, когда я в коробку прячусь, глазик выпадает. Что за... Глазик, верните мне. Верните мне мой глазик. Он принадлежит мне по праву. Так, теперь как мне в лазарет обратно вернуться? Ёшкин матрёшкин, я не шарил эту карту. Совершенно. Опа, я еще нашел. Ложи его туда. Быстро, в норку, вернее, в шкаф. Оп, я в шкафу. Так, 6 из 10. Ум-блум-блум-блум-блум, ходит. Так, Б, можем сейчас в коробку зайти? И в коробке вылазим, типа. Так, хорошо, 6 из 10. Главное, чтобы был найден, блин. Нашли моего человечка драгоценного, друголечка моего. Эксит, иду на эксит. Он за мной бежит, что ли? Не знаю. Я просто бегу вперед. Б. Оп, на всякий пожар. Это начало игры. Он запутался. Он не понимает, что происходит. Тут глазиков не было мною обнаружено, к сожалению. Было бы... О, 7 из 10. Надо еще 3 штуки всего лишь принести где-то, найти. Что это звук был? Так, он ушел. Может, здесь? Нет, ничего здесь. А что это за такая, за кабелечек желтый? Глаз может быть спокойно тут, правильно? Правильно, надо поискать чуть-чуть. Слышите звук? Где-то здесь. Или это все, которые были? Там они, это звуки всех. Так, буква Б нужна, быстро. Там непонятно, что сейчас творится за этой дверью. Я не вижу. Они вот, они все тут издают звук. Они издают звук с характерный. Ой-ой-ой. Видели, кто там? Аккуратно. Машинки. Может быть, на машинках где-то это существо маленькое. Надо проехаться. Ну и прислушаться. Не, а, тут нигде нет. 7 из 10 только нашли. Ё-моё, очень мало. Можно заныкаться, но мне этого совсем сейчас не нужно. Ой, быстро. Фух, на тоненького, видели? На тоненького тупо. Так, давай наверх. Ха! Я еще и могу лезть. Я еще и в коробке могу наверх залазить, оказывается. Вот так вот. Так. Ой, что-то звук странный. Странный, очень странный звук. О, звук, слышите? Ой. О, какое большое. Подожди, ты что тут делаешь? Чувак, уйди с дороги. Уйди, я сказал. Блин, что он тут делает, такой большой? Ой. Лаборатория. Там пикали. Ой. Огонек был. 9 из 10. Слушай. Звук слышите? Тут где-то есть существо маленькое. О, вот он его нашел. О, черт! Мы прошли, вернее, ну. Я одну штучку я нашел. Он если донесет, то все отлично. Так, проходим, обходим. Можно на шифте. Если он сейчас донесет, то мы прошли еще один уровень. Это офигенно будет. Если, конечно, это так.
Так, буква Б. Бежим. Подожди, он его оставил? Нет. Камера не открывается. Тут что? Тоже ничего. Их какой-то звук странный. Понял. Прошли, он донес. Да? Отличная работа. Плюс 100 монет. О-о-о. Пропусти... Один, он проголосовал пропустить ролик. А я не видел ролик, хочу глянуть. Опа, спустили нашего доктора. Кэнди Китти. Так. А, я в коробке сижу. Не волнуйся, я в порядке. Так. Мой первый план побега провалился, но есть еще один способ выбраться отсюда. Фу, я его видел. Есть выход через оранжевые горки. Нам нужно просто найти там что-то. Какой-нибудь торт. Что? Он готов на все ради куска пирога. Теперь будем торты искать какие-то. Подождите, божьи коровки. Ой-ой-ой-ой-ой, новое существо. Становится все больше и больше различных лазающих существ, ё-моё. Голубой. Я не знаю, что это за голубой. Почему он так заинтересован в этом жуке? Ветеран 2. Одного ветерана 14 левела мы потеряли. Так, окей. Нам найти надо сахар. Нам нужно найти сугар. Я вижу один. Она уже подобрала. И нам нужно сделать микстурку. Тихо-тихо. Что? В бочке. А, это в камне она сидит в таком. Понял. Один, два сахара. Тут уже было сразу. А если можно его зарезать? Очень... Сахар издает звук? Сахар, может быть, тоже издает звук? А почему она этих божьих коровок была заинтересована? Sugar, ребят. Ищем sugar. Тут нет ничего. Тут тоже ничего нет. Почему здесь никогда ничего нет в начале этом? Я сюда постоянно бегаю и постоянно ничего тут не могу найти. Что за несправедливость? Так, на всякий случай. Нычкаемся. Чисто все. В аптеку. Чисто все. Package and then back the laser tag plaza. О, отлично. Нашла пакетик какой-то там. А? Понял. Кто пикает, понял. Ого, ходит. Что? На звук реагирует, на движение. Нельзя двигаться вообще. Нет! Фу, пронесло. Никто. Она слышит звуки, это фиговина, вы поняли? Офигеть. Она чует звуки, когда ты в коробке даже. О, есть. Он был найден. Ё-моё, за что? Бери эту штуку. Когда я в коробке, я хотя бы не терять не буду свою эту. Слушай. Кто там за мной двигается? А ну не двигайся за мной. Пошел наверх. А! Отпустите! Отпустите! Куда он меня несет? Вырва! Я не могу вырваться пробелом! Нет! О! Я вырвался! О, был найден! Я не успел вырваться! Если бы я там по лестнице нормально выжили до 4 часа. А сколько всего часов? Камера 1. Что это такое? А, одна всего лишь камера. Мы не собрали. Но можно будет еще поиграть. В принципе, прикольный такой режим. Может быть, я до конца пройду. На самом деле, я и первую главу не прошел. Но эта глава ничего, так мне понравилась. Может быть, я не распробовал первую главу. Вторая такая, ничего. Ладно, на этом ролик подошел к концу. Если вам понравилось, поддерживайте лайком, пишите комментарии, может еще поснимаю и поиграю. Все, всем пока-пока.